случае оперативная съемка, вы должны представиться, вас фас профиль снять, есть ли у вас наколки, есть ли у вас... Нет. Раньше судимы были? Нет. Давно в Москве? Нет, вчера приехал. За что задержали? Не знаю. Совсем не знаю? Вообще не знаю. Выключите голову. Как это было? Как это ну, было? Не знаю, вот так доставили за документы и все, вот здесь нахожусь. То есть вы шли где-то по улице или что? Да. Как? Или в доме задержали? Не, по улице. Ну расскажите, шли, не как, знаю, время какое ничего. Было? Все, я больше ничего не буду говорить. Почему? Ну потому, заведите как, меня. Как вас зовут и сколько вам лет? Нет, но в любом случае еще нужно снять, это оперативная съемка. Ну что мне делать, я ничем не могу вам помочь. Откройте дверь. Вы в чем-то виноваты? Нет. Хорошо, постойте, мы с ней немножко. Ранее не судил, да? Нет. А откуда приехали? В смысле, откуда? Ну вы местный? Нет, с Абхазии. С Абхазии? Назовите свою фамилию, имя, отчество. Тимошенко Александр Иванович. 10 января 1954 года рождения. Зарегистрированы где? Москва, Кривоколенный переулок, дом 8/1, квартира 6. Фактически проживаете где? Фактически проживаю Одинцовский район, деревня Маслово. Дом 60. Когда вы были осуждены последний раз? Каким судом и какой был вынесен приговор? Одинцовским судом уже осужден в июле месяце прошедшего года. 2013? Да, 2012 года. Я был осужден к 3 годам условно. Условно. Да. Есть какие условия, которые вы должны исполнять в результате вот этого условного осуждения? Да. Какие? Я должен проживать по месту регистрации. Я не имею права... Назовите место регистрации, по какому вы должны проживать. Маслова, дом 60. Это регистрация ваша? Да, да. Вы же, говорите, на Кривоколенном зарегистрированы. Я прописан, так зарегистрирован вот здесь. Понятно. Я должен, если меня регистрация поставить в известность работников ГУИНа, или как я называю, ГУИНа. ГУИНа. Я не имею права выезжать за границу. Я не имею права долго отсутствовать и поставить в известность курирующего меня ГУИНовского инспектора. А также совершать правонарушения административные и преступления. Да. Правильно. Вы относитесь к лицу категории вор в законе, так называемые воры? Нет, я не отношусь ни к категории никаких воров. Вы не являетесь вором? Я не являюсь вором. Вы были вором? Я никогда не был вором, вором не являюсь. На воровских сходках вы присутствовали? Вы Нет. подписывали прогоны воровские? Нет. Вы отказываетесь от воровского? Я не являюсь вором. И вором никогда не был. А лидером уголовно-преступной среды являетесь? Нет. Не являетесь? Я являюсь пенсионером, инвалидом. И больше никем. Так, Александр Иванович, значит, вас задержали во сколько и где? Меня задержали... Ну, времени не помню, сколько было времени. Это примерно. Вы к какому времени ехали? Час назад. Час назад. Сейчас 23:15. Ну, где-то вот часов 10. Часов 10. При входе в ресторан «Соло». «Соло». Вы с какой целью туда приехали? Я приехал поздравить именинника. Именинника. А кто именинник? Медяник, певец такой, Слава Медяник. Слава Медяник. Да. При вас есть запрещенные к обороту вещества и предметы? Ну, при мне есть пистолет. Не надо, не надо ничего показывать. У вас есть запрещенные? Нет, ну, у меня есть разрешение. Запрещенного нету? Нет, нет. Значит, сейчас будут приглашены понятые, в присутствии которых будет произведен ваш личный досмотр. Вам это понятно, да? Да. А где проживаете? В Санкт-Петербурге. А за что задержаны, знаете? Нет. А скажите, пожалуйста, вором в законе являетесь? Ну, вам какая разница, с кем я являюсь? Это не имеет отношения. Мы ну, задержаны. Что, да или нет? Я не хочу отвечать на этот вопрос. То есть не являетесь? Даже не хочу разговаривать об этом с вами. А преступной деятельностью занимаетесь? Нет, конечно. А вы знаете вот людей, которые сейчас с вами задержаны рядом стоят? Ну вот СОБР. Спиной к вам? Ребят, знаю, конечно. Знаете? Ну, знакомы, конечно. А вместе сидели. Хорошие, хорошие люди, да. А не в тюрьме сидели, в ресторане сидели. Хорошие, порядочные люди.
То есть они преступной деятельностью не занимаются? Ну, ты знаешь, я с ними не воровал, поэтому не могу сказать тебе, занимаются они преступным действием или нет. Это уже по факту. Теперь направо повернись полностью. Спиной. В камеру смотрите. Встаньте. Ранее судимы? Было дело. По каким статьям? Не помню. Кражи и мошенничество. Ну и не изнасилование точно. Забавин Алексей Владимирович. Число, месяц, год рождения. 6 апреля 63 года. Место рождения. Московская область, город Электроугля. А где проживаете? Улица, там же, улица Школьная, дом 45А, квартира 70. Ранее судимы? Да, судимы. Каким статьям? Статьи какие были? 100... Задержание, как похищение человека, 120. 126-я. Ну, она по-старому, 125-я. Ну, я понял. Да. Ворон в законе считаете? Да. Имейте криминальное звание, вора в законе, я понял. Все. Представьте, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество. Соломатин Алексей Иванович. Число месяца. Пишется. 7 февраля 78 года. Я вор. Уроженец? Тульской области. Зарегистрировано где сейчас? Город Узловая, улица Горняцкая, дом 10, квартира 3. Фактически где проживаете? Там же. Судим, по каким статьям, когда? 158-я, 99-й год. Еще? Все. 158-я. Когда статус воровской был вам, так сказать, приобретен? В каком году? Всегда вором жил. Понятно. Всегда уголовное имя какое? Леха. Че? Леха. Прозвище не имею. Татуировка. Татуировочки на теле какие имеются? Вот, только здесь. Сними майку, мы посмотрим. Да там нет, я смотрю. Спиной повернитесь, пожалуйста. Ух, шрам-то откуда такой? Лёх, все. Все, одевай. Все, спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Вознесенский Андрей Евгеньевич, 60-го года рождения, 25 ноября. Угу. Место рождения? Ленинград. Место проживания? Можайск. Улица Ленина, дом 37, квартира 1. Угу. Проживаете там же? Да, в Можайске. На данный момент нахожусь в больнице. Угу. Ясно. Боком поверните. Ранее судимы? Да, судимы. Сколько общий срок отбывания наказания? Ну, вообще очень много. Ну, примерно. Ну, 30 годам. 30 годам. Другим боком поверните. Угу. Очки снимите. Вором являетесь? Ну, конечно, являюсь. Как уголовное имя? Андрей Хобот. Понял. Ваша фамилия, имя, отчество? Динуров Артем Георгиевич. Дата и место рождения? Город Тбилиси, 1956 года рождения, 29 июня. Вы гражданин? России. Сейчас проживаете? В Чехии. Адрес регистрации вашей? Адрес город Карловы Вары, улица Соколова, 272/46. В Чехии проживаете на протяжении какого времени? Ну, по бизнес-визе. Ну, сколько лет вы живете в Чехии? 5 лет. Почти. Да, 5 лет уже есть. А судимы? Судимы пока еще на судимости. В 78 году последний раз судим. Освободились когда? В 82-м. А откуда? С Новочеркасска. Лицом категории вор в законе себя считаете? Ну, вы понимаете, вы такие вопросы задаете. Вор в законе это придумали для того, чтобы детей пугать. Хорошо, я по-другому спрошу. Вы вор?
Я Урка. Фамилия, имя, отчество? Сарксян Артем Юрикович. Число, месяц, год рождения? 77-29-010. Где вы родились? В Республике Армения. Город? Ванадзор. Где вы постоянно зарегистрированы? Также по фактическому. В Армении? В Армении. Улица, дом? Не помню точно адрес. На территории Российской Федерации регистрацию имеете? Да. Где? В Саратове. Женаты? Да. Дети имеете? Да. Сколько? 5. Ранее судимы? Погашены судимы. Ворон в законе являетесь? Законом не являюсь, вором являюсь. Уголовное имя? Нету, Артем просто. Артем. Работаете? Нет. Фамилия, имя, отчество? Ох, я не делаю, Адам Кичвар Давидович. 76 года. Полностью дата, месяц? 28 января. Где родились? Кутаись. Гражданином какой страны являетесь? Грузия. Цель визита в Украину? Родственника увидеть. Где проживаете? В гостинице. Какой? Как называется? Пример Балас. Ранее судимы? Да. В каком году? Как? В каком году? По какой статье? 93. Являетесь вором в законе? На эти вопросы я без адвоката отвечать не буду. Ваша фамилия, имя, отчество? Асатриан Вартан Варадаты. Дата и место рождения? Город Ереван. Город Ереван. Дата? 1962, 28 марта. Цель прибытия в Республику Беларусь? Отправился домой, в Москву. Ваша регистрация где? В Москве? Да, зарегистрирована в Москве. Адрес помните? Помню. Называйте. Климашкин, 8. А квартира или это частный дом? Нет, квартира. Климашкин, 8, дом 30/23. Вы ранее судимы? Да. Где и по каким статьям? Да уже и не помню. За кражу, за наркоту. Количество общих судимостей? Ну, 3 срока. Вы вор? Да. Фамилия, имя, отчество? Кристофор Фасиль Александрович. Число, месяц, год рождения? 12 марта 1972 года. Место рождения? Город Ижевск, Горьковская область. Зарегистрировано. Фрязино, поселок Фрязино, Подмосковье, улица Комсомольская, дом 4, квартира 2. Ранее судимы? Да. По каким статьям? 93-й прим. Сейчас судимость погашена? Да. Я понял. А вором в законе сочетаете? Я на телефоне Федосееву, потому что... Подобный вопрос слушаю. Вряд ли вам смогу сейчас ответить. Имя, отчество? Баргалов Владимир Степанович. Число, месяц, год рождения? 15 июня 49-го. Где постоянно проживаете? Щелковский район, Бетонщики, дом 48. Ранее судимы? Судим давно. По каким статьям? Где более наказание? Да, ну, 144, 167, там, значит, 222 за патроны, там, значит, ну, 206-я, лагерь. Как? Отбывал. Где отбывал? В Воронежской области, в Ярославской области, значит, наверное, в Коми-СССР, в Башкирии, в Мордовии. Общий срок заключения сколько? До лет 27. Понятно. Лицом категории вор в законе себя считаете? Слово в законе такое вообще не существует, да. Вы вор? Значит, ну так говорят, да. Уголовное прозвище? Как? Уголовное прозвище. Да, но зовут Бандин. Фамилия, имя, отчество ваше? Тюрин Владимир Анатольевич. Число, месяц, год рождения? 25-11-58. Место рождения? Башкирия,
поселок Тюрлянский, Белорецкий район. Где зарегистрировано? Большая Полянка, Москва, 439. А ранее судимы? Да, судимости погашены. Погашено уже? Все по каким статьям? Да, да. Я уже не помню, что 144-я, 206-я. Ну, давно, то есть, будешь? Да. Судимости, я понял. 30 лет назад. А имеете его криминальный статус вора в законе? Это вопрос не по существу. Нет, ну, я все понимаю. Извините. Но вы себя считаете вором в законе? Если хотите, пускай мой юрист отвечает на этот вопрос. Я уже отвечал один раз, так что... Сейчас пока это не наказуем, это же мы же не в Грузии. Когда будет, наказуем, что ли? Конечно. Ну, сейчас об этом активно работаем. Я ответил. Хорошо. То есть без комментариев? Да, без комментариев. Ну хорошо, что замечательно. Фамилия, имя, отчество? Визарян Георг Макитарович. Адрес проживания, регистрации? Республика Башкирия, деревня Воробьёво. Улица? Школьная. Дом? Нет. Квартира? Нету квартиры, дом. В преступном мире обладаете каким-либо статусом? Вором в законе являетесь? Да. Уголовная кличка в преступной нет среде? Такой. Не имеете кличку? Нет. Фамилия, имя, отчество? Калашан Георгий Константинович. Число, имя, год рождения? 2 марта 83 года. Где вы родились? Город Тбилиси. Где вы постоянно зарегистрированы? Город Москва, улица Замаренова, дом 9. Гражданином какой страны вы являетесь? Гражданином Грузии. А в Российской Федерации право на проживание вы имеете? Разрешение на временное проживание. До какого срока? До 2017 года. В паспорте там написано. До 2017 года. Ранее судимы? Нет, погашен. То есть все судимости погашены? Да. Реальные сроки бывали в местах лишения свободы? Да, конечно. Сколько лет? Три, что ли, не помню уже. 3 года. Работаете в настоящее время? Нет. А вором в законе являетесь? Вы же знаете, кто я. Ну, являетесь или нет? Да, не хочу отвечать на этот вопрос. Не хотите, ваше право. Сейчас за что задержан сотрудник полиции? Понятия не имею. Не знаете. Уважаемый Георгий Крович. Число, месяц от рождения? 72-9-9. Уроженец? Украина. Где проживаете? Точно не помню сейчас. Прописаны? Не помню точно. Ранее судимы? Нет. Как давно в Украине? Где-то год. С какой целью прибыли? Родственников уйти. В Киеве как давно? Ну, наверное, где-то неделя, может не то. Неделя две? Нет. Вором в законе являетесь? Некорректный вопрос. Да или нет? Я вам говорю, некорректный вопрос. Я не понимаю, о чем вы мне спрашиваете. Фамилия, имя, отчество ваше? Абадовский Григорий. Еще раз. Абадовский Григорий. Число, месяц, год рождения? 65-й, 4 мая. Где вы родились? В Грузии. Город Кутаиси. Где вы зарегистрированы официально? Украина, Республика Украина, город Киев. Улица, дом? А вы не помню, да, если честно. Там проживаете? Да. Целью вашего приезда в Российскую Федерацию? Не, просто приехал прогостить, собирался на завтра уехать. Новые. Куда собирались завтра уехать? На Украину. Ранее судимы? Нет. Не судимы? Конечно. Вором в законе являетесь? Ну, это уже вопрос такой, что не надо мне это задавать. Я Абадовский. Ну, являетесь или нет? Не надо мне это говорить. Являюсь, не являюсь. Наколки на теле имеете? Нет. Вот это обидно, не имею. Ваша фамилия, имя, отчество? Ашумов Глеб Леонидович. Когда и где вы родились? 5 марта 82 года, город Кинеш, Майамовская область. Где вы постоянно зарегистрированы? Там же. Адрес? Улица Ланцеги, дом 38, квартира 39. На территорию Московского региона с какой целью приехали? Там гости. Где проживали? Не знаю. Ну, родственников, гостиницы.
у родственников, не знаю адрес. Ну, в Москве или в Подмосковье? В Москве. В Москве. Ранее судимый? Да. По каким статьям? 105, 1, 111, 1. Общий срок проведения в местах лишения свободы? 7,5. 7,5 лет? Нет. Работаете? Нет. Наколки имеете? Нет. Вором в законе являетесь? Не считаю нужным, здесь учетный вопрос. К преступному миру отношения имеете? Не считаю нужным, здесь учетный вопрос. Фамилия, имя, отчество? Джангидзе Давид Бесикович. Число, имя, год рождения? 8 марта 84. Где зарегистрированы? В Краснодарском крае. Город Краснодар, улица Салтыкова, Щедрина, 39. В Москве зарегистрированы? Нет. Проходимец. Ранее судимы? Нет. Работаете где-либо? Нет, нет. Не работаете, да? Инвалид детства. Вором себя считаете? Не только себя считаю, все знают меня как вора. Уголовное имя? Нет, Дато меня зовут. Краснодарский. Можете так называть. Все, спасибо. Фамилия, имя, отчество? Узманов Давид Шалович. Число, месяц, год рождения? 07-12-70. Место рождения? Тбилиси. Где зарегистрировано? Анцукульский район, деревня Майданская. В городе Москве, по какому адресу проживаете? Только приехал. Нет никакого адреса. Ранее судимы? Нет. К категории воры в законе себя относите? Не буду отвечать на этот вопрос. Фамилия, имя, отчество ваше? Кипьянин Георгий Давидович. Число, месяц, год рождения? 23 декабря, 59. Место рождения? Грузия. Точнее, город как? Грузия. Где зарегистрирован в настоящий момент? Сходня. Первомайская, 149. Проживаете там? Нет, пока. Проживаете по какому адресу? Усадьбе лиц проживаю, в адрес не обязательно. А за что задержаны сотрудниками? Подбросили, вы же подбросили наркотики. Что, издеваешься надо мной, что ли? Назовите фамилию, имя, отчество. Угова Джумбер Джуниевич. Дата вашего рождения? 1963-05-07. Место рождения? Абхазы. Зарегистрировано где? Донбасс. Конкретно адрес? Красноармейский, Варшанского, дом 7. С какой целью прибыли в Украину? Навидать родственников. Когда пересекли границу в Украине? Неделю тому назад. Где? Белгород. Ранее судим? Ну, один раз. Один раз? Где? У себя в Грузии. По каким статьям отбывал наказание? Не помню сейчас. Вор в законе? Да. Погоняло какое? Нет у меня. Фамилия, имя, отчество? Анатолий Дмитрий Александрович. Месяц, год рождения? 1981 год, 07-18. Место рождения? Абхазия. Где зарегистрировано? Город Москва, улица Старобистрийская, дом 15, корпус 1, квартира 115. Проживаете там же? Да. Ранее судимы? Нет. Вором в законе являетесь? Не могу отвечать, ни на какие вопросы не буду отвечать. Ну, статус какой-нибудь в криминальном мире имеете? Не буду ни на какие вопросы отвечать. Фамилия, имя, отчество ваше? Калачев Захар Геннадьевич. Число, месяц, год рождения? 20 марта 53 года. А где родились? В Тбилиси. В Тбилиси, да? Где проживаете? Зарегистрировано где-то? В Москве. Адрес? Ясенево. Адрес помните? Да, конечно. Улица генерала Тюленева. Угу. Дом 7, корпус 2, квартира 272. Угу. Я понял. Вы прибыли к нам из Испании, да? Да. Я понял. Там вы сидели сколько?
8,4. 8,4, да? А всего приговор какой был? 9. 9 лет, да? Я понял. Ну, ранее судимый, это понятно. Я так думаю, что вором себя считаете? В криминальном... Это не я считаю, меня считают. Вас считают, да? То есть, но в криминальном мире вы считаетесь как вором в законе, правильно понимаю? Ну, меня так называют, по-моему. Понятно. Так-то я человек. То есть, так-то вы человек хороший, да, но да, всякие, да, всякие люди. Не сторонник украсть, не сторонник отнять, по-моему, да. Все, понял. Да. Все, спасибо. Фамилия, имя, отчество? Возманян Звяд Надарович. Число, месяц, год рождения? 80.04.08. Где вы родились? В Армении. Где? В Армении. А где в Армении? Сильный Тамак. Проживаете где? Питер. Санкт-Петербург. Адрес? Поселок Усть-Ижора, у Труда, 14. Гражданином какой страны являетесь? России. Документированным паспортом Российской Федерации? Да. Где получали? Нижегородская область. Нижегородская область. Ранее судимы? Нет. Не судимы. Вором в законе являетесь? Да. Уголовное имя? Звяд. Наколки имеете? Нет. А в Москве что делаете? Просто не контакт. Так постоянно же проживаете на территории Санкт-Петербурга, да? Да. Ваша фамилия, имя, отчество? Молодцов Игорь Владимирович. Число, месяц, год рождения? 27-го, сегодняшний день. Год какой? 62-й. Где вы родились? В Уфе. Постоянно зарегистрированы где? Там же. Адрес? Адрес не помню. Адрес регистрации не помните? Проживаете сейчас где? Проживаю, нигде не проживаю. Езжу везде. В Москву какой целью приехали? Проездом. Проездом. Ранее судимы? Было дело, да. Общий срок проведения в местах лишения свободы какой? 10 лет. 10 лет. Когда освободились последний раз? 88-м. 88-м было немножко еще. Вором в законе являетесь? Вором? Конечно. Уголовное имя? Егор. Егор. Наколки имеете? Имеем. Показываем? Фамилия, имя, отчество? Представьтесь, пожалуйста. Карлов Илья Евгеньевич. Дата рождения? 81-го, 2 августа. Место рождения? Это ненормально, что вы делаете, это ненормально. Не было никакого второго кармана. Место рождения? Боком повернись. Другим боком. Вором в законе являешься? Вором в законе являешься? Вор, вор. Вором в законе, закон я не знаю, вор. Да. Вор. Уголовная кличка? Да вы уже вот все знаете, что вас не знаешь, что ли, что, как меня зовут? Вопрос. Уголовная кличка? Да. Татуировки имеются? Не имеются. Алия Белхар Ибрагимовна. Число, месяц, год рождения? 8 января 77 года. Где родились? В Грузии. В Грузии. На территории Москвы, Московской области давно находитесь? Да, да. Зарегистрированы? Приезжаю, выезжаю. А, приезжаете, уезжаете. Да. Вором в законе являетесь? Кабор. Уголовное имя? Ильгар. Ильгар. Фамилия, имя, отчество? Ильгиев Ислам Хусейнович. Число, месяц, год рождения? 15 сентября 75 года. Где вы родились? Уроженец города Грозного. Чеченской республики. Чеченской республики. Постоянно где зарегистрированы? Постоянно в Чеченской республике. Адрес? Улица Ленина, 222. Город Грозный. Город Грозный. Великий город Грозный. На территории Московского региона регистрации имеете?
Имеем. По адресу? У себя на родине находимся. Это и регистрация. Понял. Ранее судимы? Было дело. Давно не помню. Работаете? Не работаем. Вором в законе являетесь? Да, я вор. Уголовное имя? Уголовного имени нету. Есть погоняло. Ислам большой. Погоняло, ислам большой. Наколки имеете? Нет. Да, спасибо. Фамилия, имя, отчество? Эдельгириев Ислам Хасанович. Число, месяц, год рождения? 1975, 15 сентября. Место рождения? Город Грозный. Где зарегистрировано? Город Грозный. Проживаете где? Улица Ленина, 222. Ранее судимы? Да. Где, когда, по каким статьям? Не помню. Последняя судимость в каком году была? Не помню. К категории воры в законе себя относите? Что такое категория? Вы вор? Я вор. Назовите фамилию, имя, отчество свое. Урагуэлидзе Кахабек Триставович. Дата рождения? 73-й год, 24-го. Место рождения? Узи. А именно? Город? Озургете. Озургете. Зарегистрирован в каком городе? Тбилиси. Адрес? С какой целью прибыли на Украину? Транзит. Транзитом откуда, куда? С Крыма приехал, улетаю завтра утром в Италию. А когда приехали? Вчера, билеты ведь видели. Ранее судим? Судим или нет? Это личный вопрос вообще, понимаете. Отбывали наказание в местах лишения свободы? Ваш статус в уголовном мире? Вором в законе являетесь? Не хотите отвечать, да? Фамилия, имя, отчество как ваше? Вы отказываетесь говорить, да? Вор? Ты вор или нет? Фамилия, имя, отчество? Число, месяц, год рождения. 2 ноября 1969. Где родились? Московская область, город Протвино. В настоящее время где зарегистрировано? Город Игорь, Тверская область. Адрес точно? Улица Гражданская, дом 9, квартира 2. Проживаете фактически где? Да. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Привлекались. За что и на какой срок в последний раз? Последний раз на 14 лет. По какой статье? 148, 161, 162. К лицу категории вор в законе себя относите? Я не знаю, что такое вообще. Вор? Я гражданин Российской Федерации, что такое в законе, могу объяснить? Криминальным, каким-либо криминальным статусом обладаете? Нет. Какие статусы? Что, царь, как барон, какие мне статусы? Фамилия, имя, отчество? Найбавр Константин Фридрихович. Число, месяц, год рождения? 2.10.65. Где вы родились? В город Канск. Это республика? Красноярский край. Где постоянно зарегистрировано? Красноярский. Улица, дом? Джамбульская. Ну, дом? Не помню. Квартира? Не помню, общежитие. Общежитие. Где постоянно проживаете? В деревне. Какой? Успенка. Красноярского края? Да. На территории Московского региона с какой целью? Проездом. Куда ехали? Домой. Ранее судимы? Да. Общий срок проведения в местах лишения свободы какой? Не помню. Ну, 5-10, 5, больше 5 лет, меньше? Не помню, забыл уже, давно это было. Сейчас за что задержан сотрудниками полиции? Не в курсе, не знаю. Вором в законе являетесь? Закон это ваш, а я вор. Уголовное имя? Нет. Как называют? Кость. Расскажите, пожалуйста, в Санкт-Петербурге что делаете? Зубы приехал лечить. Давно? Неделю назад. С кем? Как понять, с кем? С кем приехали? Один. Один приехал, да?
А откуда приехали? С Красноярска. То есть там постоянно проживаете, да? Да. Адрес проживания? Я уже все сказал, там записано все. Если интересно, в компьютере посмотрите. В компьютере написано. В камере ну вот, не написано. Ну я говорю, посмотрите. Нормально, сейчас сложно. Там ничего не записывали. Новосибирская, 35. А в Санкт-Петербурге квартира. Где проживаете? Я не знаю Санкт-Петербург. Я не могу сказать, где я проживаю. Но вы говорите, неделю на. Но я у друга. Я что, да? У него спрашиваю адрес какой-то. То есть у друга, да? Да. А другу как зовут? Вы у него поинтересуйтесь. То есть вы не знаете, как друга зовут? Я же сказал, у него поинтересуйтесь. Понятно. А скажите, ранее судимы? Да. По каким статьям? Зачем вам это знать? К уголовной ответственности прибегать. Там же все в компьютере есть. Нужно посмотреть это. Скажите, пожалуйста, вы являетесь вором в законе? В компьютере все есть. Мы это составим. Являюсь. Являетесь вором в законе? Да. Скажите, пожалуйста, когда освободились с межпредсказуемой свободы? Я уже не помню. Какие совершения совершали преступления до этого? Никаких. То есть, когда вышли, освободились, преступления не совершали? Я и до этого не совершал. Хорошо. Скажите, пожалуйста, с какой целью приехали именно в Санкт-Петербург? Я рассказал, зубы лечить. Вы второй раз уже задаете мне этот вопрос. Именно в Санкт-Петербург зачем? Я же сказал, зубы лечат. Не лечат? Видимо, не лечат. Пожалуйста, еще раз сумка вместе. По швам. И направо поверните, пожалуйста. Направо. Видишь, что неграмотный человек. Костя. В армии надо было служить. Это статус по вам. Мне зачем армия? Наркотики употребляете? Да если я руки отрублю, если я буду потреблять. Фамилия, имя, отчество? А, не надо, я не буду это говорить. Не надо. Представьтесь. Не надо, есть там. Имя, отчество? Чудан Дзюляша Агагирович. Дата и место рождения? Грузия, 1976 года. Вы ранее судимы? Да. Где и по каким статьям? Я не помню штаты. Когда вы освободились? В 2010. Общий срок, проведенный в местах лишения свободы? Где-то так. 13. Вы относите себя к категории воров в законе? Я вор. Фамилия, имя, отчество? Маргия Леван Дамазович. Число, месяц, год рождения? 19.01.78. Где вы родились? Грузия, Зугдиме. Гражданином какой страны вы являетесь? Грузии. Постоянную регистрацию имеете на территории Грузии? Да, Зугдиме. Улица, дом? Ну, Грибоедова, 31. Ранее судимы? Да, в России. Сколько общий срок проведения в местах лишения свободы? Ну, получается, 4 в общем. 4 в общем. Когда последний раз освободились? Только что оттуда. Откуда освобождали? С Алтайского края. Значит, вы в курсе, что в отношении вас принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации? Да, конечно. Значит, в связи с этим, по решению ФМС Алтайского края, сегодня вы будете депортированы с территории Российской Федерации в Республику Грузия. Это вам понятно? Понятно, конечно. Запрет въезда вам будет стоять сроком 5 лет. Да, понятно. В уголовном мире вором в законе себя считаете? Да, вор. Уголовное имя? Леван. Фамилия, имя, отчество? Гагу Алексей Зурабович. Число, месяц, год рождения? 79-го, 19 декабря. Где вы родились? Абхазия. Город?
Где постоянно зарегистрированы? Там же. Улица, дом, город? Город, да. Московская улица, дом 35. Цель прибытия в Российскую Федерацию в город Санкт-Петербург. Ничего, семья на месте. Кто у вас здесь проживает? Мать проживает. Она является гражданином России? Нет. Не является. Ранее судимы? Судим. Три с половиной? Где отбывали наказание? В Казани. Вы ранее выдворялись с территории Российской Федерации? Дело делано. В каком году? В 11-м. То есть в настоящее время у вас стоит запрет въезда в Россию? Да, к сожалению. В настоящее время за что задерживают сотрудники полиции? Не знаю. А что с вашими документами? Не имею. Не имеете документов. Вором в законе являетесь? Я вором являюсь. Уголовное имя? Ксон меня зовут. Так, фамилия, имя, отчество? Диагорат Абранович. Год рождения? 1981. Полностью? Что? Число, дата? 1981, 14 декабря. Гражданином какой страны являетесь? Грузии. Где родились? В Батуми. Цель визита в Украину? Лечиться приехал. Где проживаете? В гостинице. Какой? Ну, не знаю, имя его. Звание. Ранее судимо? Да. По каким статьям? Куда? Ну, это не помню. Являетесь вором в законе? Я вор. Фамилия, имя, отчество? Пирогов Олег Иванович. Число, месяц, год рождения? 30.03.1977. Место рождения? Литовская ССР, город Душтас. Проживаете где? Московская область, Каширский район, деревня Тараска, улица Глебова, дом 3. Ранее судимы? Да. По каким статьям? 158. Давно? Судимость погашена? Да, все погашено. Последняя 228. В каком году? В 2012. Я понял. А вором в законе себя считаете? Да, вор. Фамилия, имя, отчество ваше? Гапсалям Фафиз Александрович. 60-го года рождения, 22 августа. Где зарегистрировано? Не помню. Нигде. Где родились? В Башкирии. Город? Белебей. Судимы ранее? Да. Сколько раз? Несколько. Последний раз в каком году? В 9-м. По какой статье? Не помню. Где отбывали наказание? В Архангельске. Когда освободились? В июле. Семейное положение ваше? Женат. Фамилия, имя, отчество жены? По-моему, Гульнова. Дети несовершеннолетние есть у вас? Конечно. Сколько детей? Трое. Место работы ваше? Работаете, не работаете? На территории Московской области чем занимались? Мимо их. Фамилия, имя, отчество? Рабыновым Захарович. Число, месяц, год рождения? 52-3-30. Уроженец? Москвы сейчас. В Москве зарегистрировано? Да. По какому адресу? Амстамонский проспект. В камеру посмотрите. Фамилия, имя, отчество? Алхазов Рамин Альбердевич. Дата рождения? 64-й год. Число, месяц? 19 марта. Место рождения? Киргизия. Точнее?
Город Ош. Город Ош, Киргизия? Да. Национальность? Татар. Гражданство? Киргизское. Киргизское. Прописано где? Ну, я прописан в другом месте. Ну, в каком месте прописано? Город Ош, улица как-то Кербезали, как его там. Хорошо, а проживаете где? Почти не проживаю там нигде. Ну, а на Украине где проживаете? Не знаю, в гости приехал, пока нигде. Ясно. Судимости были? Нет, конечно. Нету. Вором в законе являетесь? Я не знаю, что это такое. Но являетесь вором в законе или нет? Я не знаю, что это такое, что вы меня спрашиваете. Вы меня взяли, я чего же. Но являетесь вором в законе или нет? Я вам еще раз повторю, сто раз, что вы с ним же дадите. Я не знаю, что вы меня спрашиваете, почему вы меня сюда привели. Хорошо, татуировки есть? Что? Татуировки есть? Нет. Нет. Я не считаю, откуда у меня татуировки. Как друзья называют? Рома, Рамин. И все? И все, да. Мобильный телефон, номер? Я не знаю, мой номер на мобильный. Хорошо, поворачивайтесь к этой стенке, смотрите перед собой. К противоположной. Туда. Ко мне лицом. Я тебе сейчас буду вопросы задавать. Нет. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Так, готов? Да. Фамилия, имя, отчество свое назовите, пожалуйста. Дата рождения? 1953 ноября. Где родились? Город Тбилиси, Грузия, Республика. Где проживаете сейчас? Ростовская область. Ранее судимый? Да. Сколько раз, по каким статьям? Неоднократно. Что вот эти рисунки у вас на теле обозначают? Это? Да, это. Это память. Это покойная мама моя. Брюки сестра. Поднимите, пожалуйста, до колена. До колена поднимайте брюки, просто по одной штанине. Вторую штанину. Все, опускайте. Подскажите, пожалуйста, за что вы задержаны? Я не знаю, я 51-ю статью взял. Понятно. Вором в законе являетесь? В смысле вором? Ну да или нет? Ну в смысле вором в законе? Есть такое понятие, вор в законе? Ну я старый вор. Фамилия, имя, отчество? Томас Мичикович Бугулац. Число, месяц, год рождения? 1960 года, 22 июля. Где постоянно проживаете? Москве. Адрес полностью назовите. 2-й Шемеровский переулок, дом 8-10. Корпус Б, квартира 6. Какая квартира? 6? 6, да. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Несколько раз. В каком году статья и, ну, где отбывали наказания? Точно не помню. Никакие наказания не были, подкидывали каждый раз. Наркотики. Лицом категории вор в законе себя считаете? Это все, короче, сказки. На такие вещи не отвечаю. Вопрос короткий. Вы вор? Не отвечаю я на таких вопросов. Фамилия, имя, отчество? Ариан Тимур Ашалович. Число, месяц, год рождения? 1975. Число, месяц? 04-06. Где вы родились? В Грузии, в Тбилиси. Где вы постоянно зарегистрированы? В Москве. Адрес? Профсоюзная, дом 115. Квартира? 483. Ранее судимы? Да. Общий срок в местах проведения? 4 года. Судимы за незаконный оборот наркотических средств ранее? Да. Последнее наказание где отбывали? В Саратове. Работаете в настоящее время? На данный момент нет. Когда последний раз освободились? 3-4 дня назад. Сюда приехали, в Москву, да, по месту жительства. Вором в законе являетесь? Законный. Являетесь, нет? Законный. Вор? Законный. Уголовное имя какое? У меня уголовное имя? Да. Такое уголовное имя? Погоняло. Это имя.
Имя твое, ты кто? Сокращенное. Натолки имеешь? Нет. Не имеете. На не работу, имею ничего. На работу планируете устраиваться? Я работал всю жизнь и работаю во благо всего родины. Я понял. Все, спасибо. Фамилия, имечество ваше? Валентин Мурачелович. Число, месяц, год рождения? 1973 года. Проживаете? Где родились? Город Тбилиси. Тбилиси? Тбилиси. Да. Да. Проживаете где? В Москве. Профсоюзный, дом 115. Дом 115? Квартира? 2. Квартира 2. Ранее судимая? Да. Когда освободились? Месяцев 3. 5 месяцев назад? 3 месяца назад. 3 месяца назад. По какой статье были судимы? 228, вторая часть. 228, вторая часть. Хранение наркотиков особо крупно? Да, не особо. Я понял. Вором в законе считаете? Законный. Да. Вы вор. О чем сложиваете? Фамилия, имя, отчество? Мирзоев Тимур Сулейманович. Число, месяц, год рождения? 7 апреля 7 года. Где вы родились? Город Тбилиси, гражданин России. Где зарегистрировано? Как это зарегистрировано? Прописано, где вы? В России. Свердловская область, город Арамиль. Улица? Колхозная, номер 6. Дом номер 6? Да. Вы работаете? Я инвалид первой группы. Ранее судимы? Это в советское время нас всех судили. Вас всех судили. Последняя и судимость. Вас тоже вместе. Последняя с... судимость у вас когда была? Ну, я сейчас не помню. Но... Ну давно, да? Да. Где вы в Москве проживаете? Я? Да. В гостинице, где попало, так получается. Вот так. Я понял. Вором в законе являетесь? Я такого не знал слова. Вором являетесь? Вором. Вором в законе, я такого слова не знаю. Вы вор? Я? Да. Я у вас что-то украл? Нет. Вы вор или нет? Я у вас что-то украл? Тимур, я тебе задал вопрос. Господин, пожалуйста, ответьте мне. Я у вас что-то украл? Вы вор? Это вор ДМВТ, который ворует. Вы я вор? У вас что-то украл? Вы вор? Как вор понять? По-армянски он по-другому звучит. Ты, и что без, дальше? Без. Вы вор? Да. Я? Да. У вас сейчас что-то украл? Тимур, Беса Шерма Минара Бору. Да, Шер... я вор, что дальше? Все. Вот. Фамилия, имя, отчество? Аймбулатов Хазыр Азмарович. Число, месяц, год рождения? 63-й год, 31 марта. Где вы родились? Постоянно зарегистрировано где? Профсоюзная 49, Нальчик. Город Нальчик, улица Профсоюзная, дом 49? Да. Частный дом, квартиры нет, да? Частный. В Москве регистрацию имеете? Нет. В Москву с какой целью приехали? Проездом. Ранее судимы? Да. Сколько раз? Общий срок, проведенный в местах лишения свободы, сколько лет? 15. Судимости за незаконный оборот наркотических средств имели ранее? Да. Работаете? Нет. Вором в законе являетесь? Воздержусь от этого вопроса. Являешься или нет? Воздержусь. Являешься вором? Ну я вот, если я милиционер, я же не отрицаю это. Ты вором являешься? Можно не отвечать. Нельзя. Нельзя сдерживаться. Ну, у тебя уголовное имя есть? Хизыр. Вор? Хизыр, ты вор? Я воздержусь от этого вопроса. Ну, воздержишься, воздержишься. Фамилия, имя, отчество? Инашвили Шута Валерий Иванович. Дату рождения? 19 января 1964. Где зарегистрированы? Пскове, Псковская область, Локнянский район, село Трехов. Проживаете где? Ну, во
сейчас занимают, Варшавы поживают, здесь приезжают на недели две и уезжают, там уже 5 лет, 6. Адрес проживания в Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге, Аллах Аганамеведи, иногда здесь проживаю, иногда на друга проживаю, где приеду туда и общие, это, личные места нету у меня. Сын у меня на 10 линии, если что, сына имею на старого. На территории города Санкт-Петербурга сколько находитесь по времени? На времени, из Кова приехал 4 дня назад, а вообще прилетел я, 2 месяца уже прошел. Но прилетел, потому что в Финляндии у меня был суд, нарушили, да. Вором в законе являетесь? Конечно. Уголовная кличка. А есть кличка, кличка. Кличка, да, и сами дали мне кличка тоже. Как называют вас? Что там, Валерий Нович? А там вы мне называете, пацаны, да. Представьте, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество. Эдуард Сергеевич. Значит, ваша фамилия, имя, отчество? Назаров Джунушян Ахмудов. Число, месяц, год рождения? 61 год, январь 23-м. Где вы родились? Город Баку. Постоянно зарегистрированы где? Яшамалский район, дом 163. В Баку? Баку. На территории Российской Федерации постоянную регистрацию имеете? Нет. Давно приехали в город Москву? 3-4 месяца назад. 3-4 месяца назад? Цель приезда? Приезда, цель Украины я пришел сюда. Вы зачем в Москву приехали? Приехали, врач сказал, ай ты. Лечиться? Да. А какие у вас заболевания? У меня это паралич, инсульт. Инсульт? Да. У вас какая-то группа инвалидности имеется? Да, первая группа. Первая группа инвалидности? Да. Вы ранее судимы? Судимы. Общий срок проведения в местах лишения свободы сколько? 20. 20 лет? Да. Вором в законе являетесь? Да. Ваше уголовное имя? Юнусом. Юнусом называют? Так, еще раз, фамилия, имя, отчество? Кушниров Александр Викторович. Что вы здесь делали? Чайки. С кем? Один. Мы отвечаем на вопрос. Фамилия, имя, отчество? Логу Александр Зурабович. Громче? Логу Александр Зурабович. Что вы здесь делали? Да ничего, просто зашел чай попить. С кем? А? С кем? Ну, с другом. Как друга зовут? Фамилия, имя, отчество? Чаровидзе Давид Георгиевич. Число, месяц, год рождения? 68-9-10. Родились где? Город Белиси. Постоянно где проживаете? Сейчас на данный момент в городе Щелково. Полный адрес назовите. Улица Советская, дом 3. Квартира? 113. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Да, если да, когда, где, за что отбывали наказание? В Кунцево привлекался. Год какой был? 2012. Статья? 228, первая часть, и фальшивые документы. На территории Российской Федерации находитесь законно? Нет. Лицом категории вор в законе себя считаете? Ну, к чему эти вопросы? Вы вор? Зачем об этом говорить?